Я с утра сижу я целый день дома, и порисовать мне пора. Привет, ребят, вы на канале Рыбакит, и меня зовут Ваня, я рисую. Сегодня утро Рыбакит называется моя программка. Я ее сам придумал и сам ее и делаю. Это очень забавно. Для сегодняшнего времени хватает одного телефона, чтобы делать веселые программки. Я рисую сегодня черным маркером или фломастером или карандашом и розовым. Карандашом или фломастером. Я рисую сакуру. Весна, и хочется что-то нарисовать, да? И мне хочется, конечно же, я рисую сакуру. Я рисую кривульку. Это подножье горы или склон какой-то, где растет моя сакура. И она растет отсюда, вот отсюда, и идет сюда. И она кривая. Сакура кривая, в разные стороны идет. Вот так вот, видишь? Здесь она толстая, а здесь она тоненькая и немножечко кривая. Вот так вот, кривая сакура. Почему она кривая, почему на ней много сучьев? Потому что она растет там, где много ветров, ее сдувает. Но она все равно продолжает расти. И мне хочется нарисовать именно такую необычную кривую сакуру, которая немножечко наклонена и, может быть, совсем недолго еще простоит. Но она все равно дает листья и цветы радости, распускается весной, и этой весной как никогда нам нужны какие-то такие веселые эмоции, которые придает, к примеру, сакура, да? И вот тут можно немножечко размазать, что-то вот так мазнуть, где у нас горы будут, вот так я мазну немножко вдали, у нас горы, горы, горы. Я все размазываю, и вот такая сакура. Но она еще совсем не цветет. А теперь мы ее сделаем так, чтобы она начала цвести. Мы нарисуем разные розовые точечки. Просто розовые точечки. Их забавно рисовать, если у тебя есть розовый маркер или же розовая пастель достаточно. Например, розовая краска. Ей тоже очень забавно будет и интересно. И смотри, я здесь тоже немножечко розового делаю. И сакура моя готова. Она такая вот. Она вся-вся-вся. Я хочу сегодня нарисовать не просто сакуру, а суперсочную розовую сакуру, чтобы она была везде много-много розового. И это как раз то, что нам сегодня нужно. Хорошее настроение и бодрость духа. А с утра особенно, когда ты выспался наконец-то после будней школьных и рабочих. Мама твоя выспалась тоже, если она осталась дома, то у нас получилась такая сакура. Вау, мне это нравится. Буду продолжать рисовать, никуда не уходите далеко и приходите еще, посмотрите, что я придумаю. Я стараюсь экспериментировать, и все мои уроки бесплатны. Конечно же, вы их найдете на YouTube или здесь на канале. Сторис всегда что-то появляется новенькое. Кошечку я еще хочу сегодня нарисовать. Я рисую утром какие-то утренние моменты. Мне кажется, сакура это достаточно утренний. И кошечка будет тоже забавно. Но обезьянка, она была совсем утренняя. Доброе утро. Не уходите, рисуйте.